В мемориальном музее Алтын-Эмель имени Шохана Уәлиханова состоялся круглый стол, посвященный теме роли и значения Олуса Джучи в истории казахского народа. В мероприятии приняли участие ученые и исследователи, а предметом их обсуждения стали актуальные вопросы комплексных научно-исследовательских работ, направленных на изучение памятников эпохи Золотой Орды. В ходе заседания были представлены несколько докладов, в частности на темы «Джучи-хан и власть потомков Джучи». В этом году отмечается 800 лет Улусу Джучи. В связи с этой важной датой в историко-краеведческом музее имени Мухамеджана Танышбаева состоялся круглый стол, в ходе которого участники обсудили ключевые аспекты истории и культуры Улуса Джучи. Особое внимание было уделено месту и роли кочевой культуры в мировом наследии, а также ее влиянию на политические события того времени. Мероприятие было организовано в честь 800-летия Улуса Джучи с целью увековечить образ Джучи-хана. Оно направлено не только на популяризацию исторической личности Джучи-хана, но и на воспитание патриотизма среди будущих поколений. В рамках празднования этого события акцент был сделан на сохранении исторической памяти. История Улуса Джучи, известная нам на сегодняшний день, опирается на летописные источники. Однако его политическое, культурное и литературное наследие остается недостаточно исследованными. Участники круглого стола подчеркнули, что для эффективной популяризации истории Улуса Джучи необходимо в первую очередь уделить внимание подготовке молодых историков. Они отметили, что для того, чтобы детально осветить события, происходившие 8 веков назад, требуется провести обширные исследования. До своей смерти хан Джучи считался наследником тюркского каганата. Это обстоятельство подчеркивает его роль не только в политической, но и в формировании казахской идентичности. Хан Джучи имеет огромное значение для казахского ханства, так как он олицетворяет преемственность и единство казахского народа. С идеологической точки зрения важно, чтобы мы не отклонялись от нашего исторического наследия и ценностей, которые были заложены в прошлом. В завершении встречи ряд граждан были отмечены благодарственными письмами. Кроме того, для участников круглого стола была проведена небольшая экскурсия по музею Шохана Уәлиханова, организованная фондом музея имени Мухамеджана Танышбаева. Кундуз Нурмухамбетова, Ерке Буланжахыбай, Абзал Нусып, телерадио компания «Жетсу».